Алло, здравствуйте. А можно вам рэп зачитать? Рэп зачитать. Йоу, МС АК-47, мы танцуем лебедей 35 на 25, ебу тебя опять. Конечно, будет платить, не буду ничего не платить. Вали. Всем привет, дорогие друзья, смотрите, что он делает, смотрите, что охотник на даунов творит с моим домом. Я опять просто игрок, смотрите на меня, у меня префикс игрок, я якобы живу в своем доме. Вот он, смотрите, человек просто, смотрите, якобы обычный игрок начинает ломать здесь все. Смотрите, он начинает все ломать мой дом. Вы просто посмотрите на это, это очередной грифер. Знаете, почему у него есть доступ к региону? Потому что он владелец сервера, и он убрал у себя префикс, а префикс могут убирать только владелец сервера. И он якобы такой, вот, смотрите, матерится, он пишет матом, и он матерится, и только владельцы сервера могут так вот спрятать свой префикс и гриферить. Смотрите, он летает, ну вот, все, да, то есть давайте с ним свяжемся. Что ты делаешь? Давайте, типа, мы с ошибками пишем. Что ты делаешь? Он остановился, что же он будет делать? Что ты делаешь? Это, типа, я с ошибкой пишу, типа, я такой школьник, который ничего не знает. Ломаю хату, вот он, смотрите, видите, он матерится. Хватит, пожалуйста, я ему написал. А, смотрите, я сейчас вообще упаду. Ё-моё, тут главное не упасть бы. Скайп есть? Есть! Смотрите, он все, скайп мой выманивает. Ну, естественно, я специально построил такой дом, специально, как обычный игрок, участвую. Давай сейчас свой дом добавишь. Давайте дождемся его скайпа. Если что, добавляйте его сам в скайп, долбите его, что он грифер, пишите ему, звоните ему, что хотите с ним делать. Вот, звоню, он меня уже убил. Ну да, смотрите, он меня убил. Здорово! Здорово, лох. Чё ты меня убил вообще? Чё тебе надо от моего дома? Я тебя добавил. А, это твой дом? Да, ты сейчас меня вообще убил. Ну, в принципе, стань раком. Зачем? Нет, ты объясни, зачем ты меня добавил? Я этот дом 2 года строил. Ну все, чувак, я его ломаю. Ну прекрати, пожалуйста. Он мне не нравится. Он кварцевого блока, а мне кварц не нравится. А, слушай, ну я так понял, ты же не обычный игрок, да? Ты же... В смысле, я обычный? Мне просто дали креатив. Ну ладно, я вру. Я не обычный, и чё? Ну ты владелец сервера, да, я понимаю? То есть ты привилегию... Ну и чё, да, и чё? Ну ты купил привилегию и, короче, это самое... Гриферишь вообще с привилегией. Прекрати, пожалуйста, это делать. Ну я как бы один аккаунт взломал, один купил. А, взломал. То есть ты еще и взламываешь аккаунт вообще прям. Ну, да. Ну хватит бить, ты же... Ну ты что делаешь? О-о-о, опять вещички. Ну ты вот зачем такой деятельностью занимаешься, скажи мне, пожалуйста. Ну на кой ты это делаешь? На кой тебе это надо? Ну ты мой дом, ты мой дом вообще сломал, ты понимаешь? Мне больше играть не хочется вообще в эту игру. Ну потому что это мой дом уже. Ну давай на тебя жалобу подам тогда, хватит убивать постоянно. Это ты на Николая Соболева подавай жалобу, что он говно на YouTube выпускает. Николай Соболев ничего плохого не сделал лично, а ты сделал, понимаешь? Вещи через 6 секунд пропадут, лол. Ты, ну не ломай 3. Ты. Вот, вещи, 1 секунда, им осталось 1 секунда, одна! Ты... Да чё ты, стой, спаван, я не успел спавнуть. Да, иди, слушай, я скрины, я где? Я скрины наделал, слушай. Я как... на твою мамашу скрины наделал, лол. Я понял, лол, да. Блядь. Ну все, ты чё от меня хочешь? Я хочу тебя убить нахер, чтобы ты сдох, тварина тупая. Ну зачем ты что меня добавил? У тебя ещё такой ник Дангерд. Дангерд. Дэнджер, читать даже не умеешь, ни хрена. Ну так рот, закрой свой. Ну ты меня добавил, зачем? Ну чтобы над тобой пообысывать. А, ну и какая у тебя дальнейшая цель? Дальнейшая цель... Ну не убивай, пожалуйста. Цель сделать вот так вот. Какой у тебя там ник? Danger D. Ты что сделал? Ну я тебе говорю, ты владелец сервера, ты меня сейчас командой убил, зачем? Так. Ну ты зачем это делаешь? Ну ты зачем покупаешь привилегии, чтобы не давать людям играть, я не понимаю. Я скрины вот уже, вот, я на тебя уже скрины здесь понадел. Ты чё, you have banned? Лизни мой
Да. Ты меня забанил? Ну, лизни мой член. Петух, блядь. Ты меня забанил? Да, я себя забанил. За твой тупизм. Ёбан, ты дебил, что ли? Ты зачем меня забанил? Я, наверное, сейчас куплю донат у одного чувака, у него здесь опка, и разнесу спавн. Ну, хотя у меня пока что денег. Ну, я понял. Я сейчас написал, чтобы меня разбанили. Ну и чё? В смысле, кто тебя разбанил? Меня разбанил, знаешь кто? Самый главный админ меня разбанил. Ну и чё? Он меня прям, я с ним, знаешь, друг такой. Он даже, знаешь, что мне сделал? Он мне даже сейчас опку дал вообще прям. Да? Да. О, дай мне, пожалуйста. Да, он мне, прикинь, он мне реально опку дал. Ты где? Дай мне. Ты где сейчас находишься? Я возле дома. Давай его ломать дальше. А, вот ты, возле дома, да? Сейчас, подожди. Подожди, я ему, знаешь, что он писал? Чё? Чтобы он тебя кикнул через консоль. А, пусть кикает, мне не страшно. Боже мой, я опять зайду, и чё? Да, опять зайдешь, смотри. Я. Смотри, консоль кикнет охотник на дауну. From the Sierra. Как тебе такая идея? Знаешь, что у меня такой ник? Чего? Я охотник на даунов, таких как ты. Да? А ты сам не даун, вот то, что так делаешь. Нет? Ну, не даун. Не знаю. Ты где, дружище? Я пытаюсь залогиниться. А, пытаешься залогиниться? А сейчас я еще написал, чтобы тебя лишили привилегии. Слышь, ты, Рот, закрой свой. Я, конечно, его закрою. Ну так закрой и не. Конечно, сейчас я. Тебя уже. Да, закрой. Тебя уже лишают привилегий, поверь. Ну ты меня лишишь или кто там, твой друг, да? Все, тебя уже лишили, понимаешь? Да, конечно. You don't have. Че ты сделал? Я что сделал? Я абсолютно. Да, зачем ты это делаешь? Я не знаю. Голова. Ты в ГМ остался, да? Так понял я. Халух, да, и че? Ну. Ты, он не снизил. Уже не в ГМ. Ты чё, ты меня снимаешь? Ты уже не в ГМ, понимаешь? И последнее, что с тобой нужно сделать, это тебя посадить в тюрьму, в принципе, этого сервера. Погоди, секундочку. Я, конечно, могу не сажать, но. О, не надо. Кстати, я взломаю ничего владельца. Видишь, чувак на сервере? Миха ЮТ. Все, смотри, я тебя посадил в тюрьму сервера. Вот, ребята могут полюбоваться. Охотник на даунов. И давай тебя посадим вот еще на два дня тебя посадим. Вот, значит, посиди немного, одумайся. Пусти меня отсюда! Я не могу тебя выпустить, потому что ты вообще, ты беспределишь, ты банишь, ты кикаешь, ты убиваешь, ты вообще. А ты сосешь. Но ты-то деньги потерял, мне насрать, я сейчас скину скайп и все. А что это я деньги потеряю? Я у тебя нет... Ну окей, ты не деньги потерял, ты аккаунт потерял, хорошо, мне все равно. Ну, как у меня есть еще второй аккаунт. Я рад, что у тебя есть второй аккаунт, поэтому, в принципе, можно сбрасывать скайп, ты мне, в принципе, не нужен. Пожалуйста, верни, у меня больше реально аккаунтов нет. То есть ты мне наврал, у тебя нет больше аккаунта? Да, я его не воровал, а покупал. Ну верни, пожалуйста. Не верну, я сбрасываю скайп. Давай я полиции позвоню и рэп зачитаю. Рэп с полицией, что ты мне втираешь здесь? Я реально зачитаю, пожалуйста. Прям реально зачитаешь рэп? И что ты да, хочешь? Зачитаю. Ну ты даже зачитаешь рэп, вот который ты не зачитаешь. Дальше что мне с тобой делать? Вернуть мне донат и все. И пойти нахер. Нет, окей, давай сначала ты это сделаешь, отвечаешь ли ты за свои слова. Кто мне вещи забирает? Я не знаю, кто у тебя вещи. Тебя забирают вещи за то, что ты грифер. Тут люди вот видят сразу, что ты владелец сервера. Зачем они это делают? А владельцы сервера, владельцы сервера могут забирать вещи, понимаешь? А он видит, что ты грифер, ему можно у тебя вещи забирать. Поэтому давай, пока, наверное. Да подожди, но я позвоню. Ну давай посмотрим, как ты за свои слова отвечаешь. Давай, звони, окей. Хорошо. Читаешь рэп, давай. Я прям послушаю, давай. Смотри, даже к тебе телепортировался, чтобы ты прям послушать тебя. Вот здесь я в камере с тобой. Ну хорошо, сейчас звоню. Давай, звони, я не верю, что ты позвонишь. О, люди тут тоже телепортируют. Вот. Давай, о. Какие хорошие полицейские, да, трубка? Алло, здравствуйте. А можно вам рэп зачитать?
Рэп зачитать? Йоу, йоу, МС АК-47, мы танцуем лебедей, 35 на 25, ебу тебя опять. 35. Что? Конечно, будет платить, не буду ничего не платить. Вали! Алло, все. Я увидел, слушай, ты реально... Подожди. Джайл, давай тебя, это... А, стой. Выпускай. Я тебя попробую, пропиши спаун. Кто? Все, ой, я в доме. Да, ты в доме? Все, но я тебе не могу привилегию дать, извини. Как... Ты все равно своровал. Чё? А давай привилегию быстро. Я тебе не отдам привилегию. Ты... А давай привилегию! Я не отдам, ты грифер. Я тебе не обещал, что я дам привилегию. Я тебя из тюрьмы выпустил, а привилегию не отдам. Ты грифер. Пожалуйста, ну блин. Да ты все равно хакнул. Я не хакаю, пошути. Не, да какой ты купил? Ты мне уже 10 раз это накидал. Все, давай, пока ты меня раздражаешь. Все, я сбросил, да, все. Ребят, очень классно было. Мне очень понравилось. Он реально позвонил, все было очень здорово. Он звонит. Нет, я не дамся. Не надо мне звонить. Слышите, он звонит, все. Ребята, заходите на сервер. Админка всем бесплатно. Все хорошо. IP Псани ролик, ставьте лайк. Все было здорово. Всем пока, ребят.